Здравствуйте! Прогноз на пятницу. Сегодня большая часть Южного Урала будет находиться под опекой антициклона, который постепенно начнет налаживать погоду, разгонит облака и принесет теплые воздушные массы. В Челябинской области переменная облачность, на юге кратковременные дожди с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. В Верхнем Уфалее 18 градусов тепла. В Садке, Златоусте и Южноуральске плюс 19. На 1 градус больше в Троицке, там плюс 20. И самая теплая погода на юге области в Магнитогорске и Карталах плюс 21. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура в дневные часы 18-20 градусов. Атмосферное давление будет расти. Данные от центра ФОБОС. Удачного дня! Одежда ведущих перспектив. Кирова 104. Молодежная мода.